Այսան տեր պատերազմը երբ պիտի վերջանա։ Պատերազմը նոր է սկսել։ За последнюю неделю она убила 80 наших солдат. Стреляет без промаха. Пленных не берет. Ты кто? Я врач, я из Франции. Пасторем воч ми пастатух чуни. Рассказывай все с самого начала, а то я тебя пристрелю. Я работал в Крестном Кресте и в составе миссии. В 91 году отправился в Баку. Немало армян спаслось. Лишь благодаря действию своих соседей. Я вывезу их. Это невозможно. Дагель Галисен, ушади дарек. Ты патрастесь? Ха-ха, дугина, аменич каркина. А где Аму? Вместо него вам другого передаем. Ты в Карабахе появился помимо твоей воли. Сурне, ове вас, уерту. Սարկմինա դավաճան է։ Նահանջելու ճանապարհը։ Մեր թիկունքում դաշտային հոսպիտալն է։ Կանգնելու ենք մինչև վերջ։ Դեսիդի։ Это наша война. Вы когда-нибудь видели, как люди готовятся идти на верную смерть? Давид, верчатся их мотенуме. Взяв крест, я не предполагал, что проживу с ним всю свою жизнь. И какую судьбу он мне предначертал. Мое место там, в бою. Мое дело воевать, твое лечить. Это война, Жакча. Война всего народа. И не имеет никакого значения, сколько тебе лет. Мужчина ты или женщина. А знаешь почему? Потому что вопрос стоит так. Быть нам армянам или не быть?